Сегодня мне посчастливилось наблюдать очень странное явление. Резал мы юбельмания, потому что у нее маленько отгнил корень. Вот он. И обнаружил, вот смотрите, по срезу. Сначала появились прогнившие вроде как точки и так далее. Потом примерно на нижней третьей половине ее размера, посмотрите, что случилось. У нее там внутри полость. Она вся вот пронизана, она проросла сама внутрь себя. Такого я никогда еще не видел. Сейчас буду вскрывать ее дальше и посмотрю, чем это закончится.